Добрый день, рада всех приветствовать на своем канале. И в этом ролике я хочу вместе с вами пересадить свои эустомы. Вот такие они у меня уже получились, вот выросли. Сеяла я их в конце прошлого года, если не ошибаюсь, или в начале этого. Точно вот не скажу, но ролик у меня есть, какие я сорта выбирала эустом. Как они у меня взошли, тоже есть такой ролик. И сейчас вот я их хочу перевалить в другую емкость. Я сажала их в торфяные таблетки, и вот можно видеть, посмотрите, вот уже корешки появились. Получается, что корневая система и устомки уже опутала вот весь ком, да, вот этот таблетки. И сейчас я хочу посадить эти устомки в стаканчики побольше. Итак, вот у меня мои и устомы есть у меня земля. Я взяла землю Terra Vita. Так, и сажать я буду в стаканчики. Одноразовые стаканчики, я уже показывала, я их применяю для посева посадки различных культур и цветов, и овощей. Мне они очень нравятся. Предварительно я вот в основании сделала дренажные отверстия, и сейчас будем переваливать эустомки вот в этот стаканчик. По одному растению буду сажать каждый стаканчик. Так, вот так. Я хочу, если у меня получится, вот эту оболочку от таблетки удалить, потому что в прошлые года я вот сажала петунии вот с этим материалом, и за лето этот материал не сгнил. Так, оп, у меня аккуратненько вот так она упала. Конечно, надо все делать довольно аккуратно. И устома не любит, когда ее вот сильно беспокоят. Сейчас попробую вот аккуратно ее посадить. Надеюсь, что в новом субстрате она будет расти получше, побыстрее. Она сама по себе, вот это растение, да, и устома, тугодумка. А когда бывает, попадает, что и таблетки не очень хорошего качества, то вот они сидят, бедные растения, и мучаются. Итак, вот одну устомку мы посадили. Ну, сейчас еще раз покажу, как еще раз я. Так, опять стаканчик у меня. Отверстия здесь у меня есть. Вот они. Опять набираю питательную смесь. И вот возьму. У меня здесь есть такая устомка. Вот посмотрите, какая красавица уже. Вот такие корешки у нее. Сейчас попробую аккуратно освободить ее тоже от этого материала укрывного. Ну, минимально попытаюсь травмировать эти меленькие корешочки. Может быть, у меня получится. Сейчас вот попробуем максимально бережно убрать этот материал.
Ну, конечно, не все корешки, но все равно, вот посмотрите, если очень-очень аккуратно, вот в принципе, ну, корешки сохранились. И так вот я опять ее ставлю аккуратно на питательную смесь в стаканчике и сейчас просто присыплю землей, не разрушая ее вот уже этот, не земляной, а торфяной, да, ком. Так, ну вот еще одна эустонка пересажена. Итак, вот мои эустонки все пересажены. Вот вторая емкость, в которой они сидят. Сейчас я их полью и поставлю опять на прежнее место, где они у меня стояли, на окне под подсветочку, и буду наблюдать, как они будут дальше развиваться. Всем спасибо за внимание, всем добра, здоровья, удачи, до свидания.